Кировский район является одним из самых спортивных в городе. Здесь больше всего различных спортивных площадок. Активно развивается детско-юношеский спорт. И, в общем-то, неудивительно, ведь здесь почти все, начиная от главы администрации, депутатов горсовета и заксобрания, и заканчивая рядовыми жителями, спортсмены. Кто-то отметился успехами на профессиональной арене, как, например, председатель горсовета Дмитрий Асанцев, являющийся обладателем звания рефери Всемирной федерации карате категории А. Другие занимаются спортом ради собственного здоровья и хорошего настроения. И периодически между ними проходят вот такие товарищеские матчи. У нас 17 коробок функционируют регулярно на территории Кировского района. И вот сегодня такой заключительный матч, встреча сезона, где будут встречаться команда «Премьер», это депутаты и чиновники, и команда пап, отцов, победителей детско-юношеской спортивной школы «Вымпел», которые в этом году стали чемпионами Новосибирской области по золотой шайбе. Спорт – это увлекательно, интересно и полезно для здоровья. А такие товарищеские матчи еще и способствуют поднятию командного духа, установлению дружеских отношений даже с игроками из команды соперника, уверены участники встречи. И развивать дворовый спорт в городе намерены и дальше. Мы считаем, что это очень важно. Вот такого плана объекты, то есть в дворовые хоккейные коробки, накрытые вот этим каркасно-тентовым покрытием, плюс модули с раздевалками. Ну, это прекрасно. Главная цель таких мероприятий – привлечь детей к занятиям спортом. И для этого создаются максимально комфортные условия. Этот многофункциональный спортивный комплекс расположен во дворе дома по улице Зорге, 107. Один из совместных проектов депутатов Кировского района, которых объединяет фонд «Общее дело». И сегодня любой ребенок из окрестных дворов может прийти в такой модуль и начать тренировки. Только на этой площадке более 100 ребятишек занимаются именно вот со дворов. И это не спортивная школа, это просто при муниципальном учреждении, МАО-стадион. Дети занимаются бесплатно. Здорово же. И результаты такой работы уже налицо. Мальчишки из Кировского района побеждают в соревнованиях «Золотой шайбы». А вскоре их команда будет отстаивать честь нашего города на всероссийских соревнованиях. Мы вот полетим в Нижний Новгород на финал. А если выиграем, получается, там на финале, полетим на суперфинал в Казань. Впрочем, дело не только в пользе от таких занятий. Спорт – это просто красиво, что и продемонстрировали фигуристки, показавшие совместную программу с хоккеистами. Такие товарищеские игры стали хорошей, доброй традицией в Кировском районе. Это и просто интересно, и помогает единению местных жителей. А еще любой вид спорта способствует гармоничному развитию детей, начиная с малого возраста. И, наверное, нет лучшего способа убедить ребенка в чем-то, чем продемонстрировать это на собственном примере.